Вот он какой, ну-ка. Вот он какой молодец, да я его люблю. Ну-ка, давай носик сюда. Вот он как, любит между пальцами засунуть, будто бы я кормлю его. Ну-ка, давай, ну-ка. Ой-ой-ой, видишь, как сам содрогается. Вот он как, ну-ка, еще давай, ищи. Да, голубушка ты моя, да он вырос у меня со мной. Никуда не хочет. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай, где? Вот я ему маленечко семечки дам. Он любит их. Ой, как любит он семечки. А это, которая труха, он не будет ее, он ее выплюнет. Ой, да молодец такой, да молодец такой. Да любит он, чтобы кормили его. Ну-ка, ну-ка, давай. Давай теперь, полети сам. Да-ка, давай, давай. Опа! Ну-ка, давай. Давай. Ну что? Ну вот, пошел теперь дальше на меня. Ты мне глаз тут повредишь, больной. Ну-ка. Давай. Давай, беги, лети. Вон туда, лети дальше к себе. Там кто-то стучится. Лети. О! О! Ему не полных 2 месяца еще. Посмотри, как он полетит. Вот он где. Там стучат кто-то. А? Стучит кто-то. Стучит кто-то. Сейчас, постой. Подожди. О! Давай. Мир дому вашему. Мир, все. Дело есть. Ну, два дела есть. Ну, есть время? Есть. Ну, сегодня сейчас закончится снимать. Вот 2 дня назад, как раз это было 17-го, потому что 3 дня назад, нет, 2. У меня здесь вот живут голуби, вон он вылетел. Его видать. Сидит, красавец какой. О, вот. А вот она, голубка. Это в коробке я их принес, это не больные. Вот. А вот она сидит и... яичко одно показалось. Я им отделил здесь. Вот она сидит. Я хочу сейчас, смотри, а какая она надула, зоб-то какой большой. Это я крестики наставил, чтобы отделить. Вот она. Вон она как. А вон он под ней-то, вот так. Я ее сейчас потихонечку сниму. Ты не волнуйся, не волнуйся. Ее нельзя это делать, но охота показать. Вот она где. Вот она. Ну-н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 у
Вот он. Вот он какой. Это два дня, вот она как, глядит-то. Что теперь делать-то? Они не слазят с него, греют. У меня рука-то еще холодная. Слепышок. Смотрите, все, вот она направился на руку. Видишь, какая я оставил маленькая? Она его кормит птичье молоко. Переваренной пищей дает ему. Ну давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. На место, давай, иди домой. Вот он сидит. Вот он, вот он. Вот она на него села. Ой. Ой, сокровище такое. Ой, надулась. Это я ее крестики поставил, чтобы найти ее среди других. Переживание-то какое. А он там оттуда наблюдает. Сейчас я его, у меня специально вот это вот есть. Вот наблюдай, как он оттуда полетит сюда. Ну-ка, давай. Ну-ка, Ленька, уходи. Уходи оттуда. Домой, домой, домой. Вот он где. Вот он какой. Какой у него воротничок и какой хвост. Это долго выводили эту породу люди. Голубеводы. Вот он как. Грудь полная. Это очень здоровая. Ну, может быть, ему года два. Полная сила. Ой, гуля, гуля, гуля. Ой, гуля, гуля. Пойдет домой. По переменку сидят на нем. По переменам парят. Очень хороший отец. Ох, какой. А из голубей был самый пугливый. Ну, вот сегодня у нас крещение. Володе некогда тут готовить завтрак, я попросил хоть снять. И постараюсь еще несколько раз, как он будет подрастать голубенок, показать. Ну, это моя любовь к ним. Ну, и люди, которые не обычно на подоконнике голуби садятся, но чтобы дома у него были голуби и в коробке выводили, это ну, не каждый делает. Тем более у меня вольера-то даже нету. Ну, все везде газетами застелил. Кровать у Володи, он наверху третья. Вот мой первый этаж, это у меня военная плащ-палатка.
2 на 2 метра. Видите, какая красивая. Вот. А это тут разные вещи. Видит, Виктор приедет, тут спит. А там Володя. Застелили голуби, чтобы залетают. Видите, как все приспособлено. А тут вот кот, когда бегает, а вот туда надо на ту сторону прыгнуть. Ну, вот может сорваться дырка. Он туда прыгает. Сейчас он не пролезет уже. Толстозадый стал. Специально тряпку повесил. Видите, надо знать, как животное живет, что оно любит, чем интересуется. И вот рядом песок, песок с солью маленько. А вот тут у меня горох, вот отдельно пшеничка. Вот оно все у меня здесь есть. Я ему сейчас положу, что семечки любимое. Вон оно, пошел, пошел, сейчас полетит. Сейчас я дам семечки. О! Вот. Вот он придет, поест. Ну, он слопает, тогда ей придется отдельно дать. Вон она сидит. Видишь, какая? Это я ей крестики нарисовал. А он уже поднялся. Это сколько ему? 2 дня. 2 дня от роду. А ты еще залетел туда. Ну-ка, иди домой. У меня метр есть такой. Я говорю, давай, давай, домой, 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 домой. Вот он молодец. Вот. Все везде заслано. Потому что он оправится. А бумага, чтобы не подлетала, придавил. Видите как? А потом чуть-чуть убрал. О, делать-то вам нечего. Ну, может быть, и нечего, но интересно это. Вот мы сегодня сейчас разговаривали, Сергей Козлов, утром в скайпе. Позвоню? Можно? Никогда не позвонит. Вот какая тактика у человека. А другой просто в наглую лезет, приходится в черный список заносить. Побеседовать о крещении. Он лежит больной. 3 или 4 дня вообще не выходил в эфир. И теперь надо ему, ну, вначале беседовать. Вопрос, а я... Не могу коротко ответить, нет этого таланта-то. Ну и сейчас посмотрели, получилось 4 гигабайта, больше 2 часов. Это самый большой ролик с ним, кажется, такого еще не было. Он попросил, сейчас у меня автозапись идет, и Володя записывал. Ну, одновременно те и другие сейчас отправляю ему, а он там уже составит. Будет прекрасный ролик о рождении свыше, о крещении. Все, отошел. Голуби сегодня 29 января 2015 года. Вот они у меня по комнате летят, а малыша первый раз я выставил. Вот он. Уже довольно такой поднимается, 2 с лишним недели. Вот он какой. И они к нему сейчас пытаются садиться. Вот они, первый раз. Подходят. Эта мать подходит к нему. А он еще не соображает. Отец подходит. Я вытащил его оттуда. Вот она его обихаживает. Так, отец с той стороны тоже что-то наговаривает ему, видимо. А он совсем-совсем махонький. Он первый раз из гнезда его вытащил. Нельзя шевелиться, разговаривать тоже не надо.
ту комнату закрыл, там плита горячая, они там бы летали. Сейчас нельзя. Табуретки все закрыто газетами. Как они оправятся, сразу убираю за ними. И вот он начинает шевелиться. Удивительное дело, совсем крохотный. Он какой-то весь как студенистый, растет быстро. Видать, мускулы не наращиваются, а что-то такое среднее между студнем и плотью, мясом. Они стремятся. Я забыл кошку закрыть. Она на двое, на две кошки на крыше, на потолке. Там погода нынче, сегодня меньше 20 градусов. А там плита горячая. И вот они туда лезут под эту, под положок. И вдруг я гляжу, из-под положка крадется кошка. Рыжая лежала наверху. Она услышала это хлопанье крыл, соскочила и крадется. Мгновенно мог потерять голубя или голубенка. Совсем про нее даже не вспомнил. Она на верхнем этаже затаилась там. Ну, затаилась. Лежит тепло ей. Ну, срочно ее в подпол затолкал. Вот они сейчас ходят здесь. Немножко хотя бы снять. Но все не снимешь. Вот табуретки у меня мешают все это. Но им это как раз и надо. Было бы где сидеть. Видишь, как лезут. Смотрят. Там была дверь. Они никак не могут понять, почему туда хода нету. Вот так. Под стул залезли, там что-то ищут. Даже наблюдать, и то как интересно. Это не перепелка, довольно большая птица. У меня под ногами тут пыли много. И вот что-то пыль клюет. И, видимо, этот как раз и надо. От валенок. Ну, сытый, не кричит. Они бы начали пить. Поить его изо рта воды приносят. Прям вода чистая. А это слегка переваренная пища, называется птичье молоко. Они берут его клюв к себе и ему отрыгивают. Они от меня на расстоянии примерно 20 сантиметров. Ну, подошел еще ближе, сантиметров 5, наверное. Я уж не шевелюсь и тихим голосом говорю.
Он не кричит, они спокойны и лазят здесь. Мало того, он двигаться пытается. О, еще и крылья распустил. Это он и сам перебирает себе перышки. Малютка совсем. Она ищет проход в ту комнату. Туда никак нельзя, плита каленая. Тоже им крылья надо тренировать. Газеты шевелятся от крыльев, они боятся. Видишь, какие наблюдения. Это не за окном, на подоконнике. Ну, в первую очередь, голуби очень породистые. Какая у него шаль. Это краснохвостый отец. Хороший такой, заботливый. Я даже не думал, что они так будут его опекать на земле. Тут у них очень хорошее питание. Повышенное. Он, видишь, какой гладкий, большой. Вот так. Как смотрит, она кверху залетела. Ну, там закрытые книги, видеокассеты, все это. А он здесь смотрит вовнутрь, там нету его. Для него это непонятно, как он оказался здесь. Вот она слетела. Thank you.
Это отец около него стоит и наговаривает. Вот это так голуби целуются. И он клюв толкает под крыло. Видимо, намащивает особым запахом приятным. Ну, тут что-то спугнуло, он не сумел потоптать ее. Она опять подходит к нему. Ну, видимо, нужно второй заряд ждать.